Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня будем готовить лаваш в домашних условиях. И как всегда, все ингредиенты оставлю в описании под видео. Муку насыпаем в миску и добавляем соль. И хорошо перемешиваем. Далее добавляем кипяток. Вымешиваем тесто ложкой и добавляем растительное масло. Замешиваем наше тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Вот такое вот тесто у нас получилось, мягкое, нежное и эластичное. Далее берем целлофановый пакетик или пищевую пленку и отправляем наше тесто на 15-20 минут в холодильник отдохнуть. Раскатываем наше тесто в колбаску и нарезаем на 8 равных частей. Берем кусочек теста, раскатываем и придаем форму лаваша. На раскаленной сухой сковороде обжариваем лаваш с двух сторон до приятного цвета. Готовый лаваш взбрызгиваем водой, накрываем фольгой и полотенцем. Делаем это для того, чтобы он был мягким и не ломался. Из таких прекрасных лавашей решили сделать шаурму, поэтому обжариваем мясо. Вот какие красавцы у нас получились. Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Всем спасибо, друзья. До скорых встреч.